Тебе стыдно перед друзьями. У тебя нет друзей, кого ты обманываешь. Ну, репу стыдно делать перед друзьями. Какими друзьями, блять? Кого ты там нахуй обманываешь? Друзьями, блять. Покажи хоть одного, блять, друзья, ёпта. Пиздобол, блять. Ну, у меня там друзья, я просто, мне перед ними стыдно, бля. У меня так много друзей, бля. Целых, бля, знаешь, сколько у меня друзей, бля. Вот у меня там есть друг один, мы с ним Майнкрафт играли. Столько друзей вообще нашел в последнее время, не знаю, бля, куда их девать просто, бля. Главач твой единственный друг, бля, чё ты пиздишь? И мне не стыдно за этот репост, если ты об этом. Так что репости не уебуйся. Вино, вино хуярит. В смысле вино, блядь, это сок... Земляничное лето, кстати, называется. Делись. Ну я подумаю, ребят, я подумаю. По какому промокоду мне теперь пиццу заказывай? По-любому, другому мне похуй. Просто уже реально стал выслушать каждый стрим. Серега, по промокоду сирота на мной смеются, бля. Ну реально, чуваки, даже не смешно, просто не смешно. Нахуя вы это писали с памяти? Я сказал промокод сирота, на мной посмеялись, бля. Все, теперь смеяться не будут. Серег, я репост, у меня друзья в ЧС скинули. Ну спасибо. Так, энзотик, кстати, энзотик очень вкусно. Энзотик хорошо, это вин. 1-1 мы собираем дракончиком. Блин, ну неужели Рафам топ-1 сейчас будет? Давайте максимальная концентрация, все, погнали. Максимальный скилл, реально, я уже устал сегодня сосать в этой игре. Пора взять топ-1. Все, это пати я выиграл, ребят, топ-1, погнали. Стол хороший, 2 энзотика, это вообще прям очень сильно. Это очень сильно. Какую самую странную рекламу тебе предлагали рекламировать на стриме? Самая странная реклама, которую мне предлагали рекламировать на стриме? А, ну вчера Телеграм предлагали. Чувак пишет, гоу Телеграм-канал мой прорекламируешь. Сколько стоит? Нет, ты чё, блядь? Ну писал бы хотя бы, что там у тебя в Телеграм-канале. Хуй знает, что он там правда вообще делает. Бля, даже, знаете, я двоих, наверное, куплю. Ну вообще, энзотик норм карта. Он пробафает. Между ними потом Аргуса поставлю. А где пицца? Я кушать. О, кстати, насчет еды. Насчет еды, ребят, хотел спросить. Каким сервисом пользоваться, чтобы заказать домой еду? Ну вот, не реклама, ничего, просто. Скажите, кто как заказывает домой? Потому что я на улицу не хочу выходить, а еда скоро закончится, и что-то где-то ее надо будет брать. Ну вот, без рофов, реально. Через как ее заказать? Через Яндекс.Еду? Дили-вили-вили клаб. Пятерочка. Напрямую, да? То есть просто через магаз заказать, да? Хочу пиццу, но покушать. Это сюда в конец поставлю. Серег, пиздец. Задекай двор, стреляем в упор. Верни его на место. Да он на месте, он там и стоял, чувак. В смысле стреляем в упор? Что я с ним сделал? Он там и стоял вчера. Никуда я его не трогал, вот вашу собаку. Он там и стоит, да, где была. Так, это что, у нас Windows? По-моему, вин. Чё, бомба не раскрылась. Бля, конечно, энзот последним умрет сейчас, да, походу? Ну ладно, ладно, это вин. Самое главное, что мы не проиграли. Типа 38 хп, я здесь должен топ-1 занять. Максимальная концентрация. Так, кабанчик, ты там давай, блядь, не вставай на сторону чата, блядь. Смотри, ты на мушке у меня. Ты там пишет, блядь. А где он? Не вижу, блядь, не вижу. Мы сейчас тебя на голосование сразу поставим, блядь. И ты не увидишь свою модерку. Чё, пацаны, все, кабанчик, блядь, попался, нахуй. Чё делаем? Снимаем модерку с кабанчика. Ну, по-любому этот момент ждали, ну, 100% всем стримом. Да! Все, пизда кабанчику. Пимав кабанчик. Так, ну я бы, наверное, машинку купил. Просто в темп. Так, не трогай его, пишет. В смысле, кабанчика не трогаем? А рекламу подгузников для взрослых предлагали? Нет, такого не было. Блин, из таких вот прям реклам, ну, которые вот прям вот... Сейчас попробую вспомнить, что вообще мне предлагали за 4 года. Ну, непонятное дело, что там какие-то там, блядь, телеграм-каналы. Таких очень много прям пишут. Такие серьезные, блядь, сейчас. На серьезных щах такие, блядь, давай, блядь. Блядь, телеграм-канал прорекламируй там, блядь. Бывает, таких очень много. Так, это видно? Из каких-то, блин, тампоны, что ли, предлагали? Я не помню. Было дело тампоны? Чё-то, по-моему, было с прокладками, что ли. Какие-то тампоны, какие-то прокладки. Чё-то, короче, такое женское. По-моему, что-то было, если я не ошибаюсь, но давно. А, вот, точно, реклама вареника, да, было дело. Да, да, было дело. Там такая, знаете, специфическая реклама была. Там и сама реклама была такая, типа, да. И плюс еще и оплата была тоже не деньгами, блин. Поэтому вообще там пиздец. Сейчас бы еще одного триплетом собрать между ними Аргуса. Вообще, говорю, такая была бы тема просто реально крутая.
Посоветуй пиздатый фильм, прошу. Я сам сегодня буду смотреть на Кинопоиске, что-нибудь погляжу. Я тебя скипаю, потому что ты пиздобол. Я не хочу просто даже тебя слушать, потому что ты пиздобол. По факту ты хуйню пишешь. Я не говорил, что никогда не будет рулеток. Рулеток не было никогда, я их никогда не рекламировал, их никогда не будет. Рулеток, CSGO, там вот этих рулеток, там, не знаю, Dota кейсов каких-нибудь, блядь. Это я не рекламирую. А насчет ставок, у меня всегда были ставки. Открой любой мой стрим, у меня всегда были ставки. Ты хуйню пишешь, чувак. Поэтому говорю, ты либо ты не прав, либо ты прям вот сейчас откровенно просто врешь. В смысле, как я мог говорить, что у меня никогда не будет ставок, если я всю жизнь рекламирую ставки? Открой любой мой стрим, блядь, у меня всегда были ставки. Вообще, постоянно у меня были ставки на канале. Некрасиво делаешь, реально некрасиво. Не, ну реально врет просто, зачем так делать, я не понимаю, это некрасиво просто. Реально некрасиво. Гоу-фильм на стриме чекнем. Не, я фильм на стриме чекать не буду, а вот не стрим я посмотрю. Ребят, может быть, вы что-нибудь посоветуете? Мне вот последний раз меня звали в кинотеатр на этих, как его, блин. Как фильм называется? Джентльмен, по-моему, во. Прям, говорят, вообще пушка там, просто лучший фильм. Около футбола это, конечно, классика, братан. Около футбола это лучший фильм. Бля, жалко, что... Я смотрел, там был трейлер, типа, хотели второй сделать около футбола. Потом, я так понимаю, забили. Я бы с удовольствием посмотрел около футбола. Ну, вторую серию. К сожалению, что они подзабили на выпуск футбола. Ебать, он достает просто. Пиздос он достает! Ты чё делаешь-то, блин, а? Это вообще забейте. Это просто какой-то, бля, киберспортсмен, походу, попался. Не-не-не-не, осуждаю тебя, осуждаю, осуждаю. Так, смотрите, около футбола, что у нас там пишут? Крым, Рататуй. Рататуй я уже 30 раз пересмотрел. Кто-кто? Лохи. Кто лох плюс чат? Шучу. У меня нет лохов на стриме, братан. Ты ошибся. Продать Инзотик? Ну, вообще, конечно, он будет сильный, да? Инзотик, типа, под Ревендером 2-2 даст. Ну, мне кажется, здесь и так уже достаточно. Нахер, да? Давайте продадим Ревендера. Просто Ровера я тоже продам, ребят. Ровера я продаю. У нас будет вот такой стак зверей. И, наверное, вот Дикорога поставлю. Я показывать не буду, но шампунь хороший, просто поверь на слово. Он чат, блядь, не даст соврать. Ребят, кто пользовался шампунем? Ну-ка напишите. Реально хороший. Да, пойдет. Это вин, нет? Не могу понять, это вин? Да, блядь, нахуй ты спамишь-то этих дураков, вот сейчас же выиграет. Ну хорошо, это вин, хорошо, здесь... На копеечки, но этой копеечки хватило, он вылетел. Я топ-1 пока, ребят. В этой партии у меня прям вообще желание занять топ-1. Погнали. По факту, говорит, пиздобол. Не, ребят, по факту нет. Донаты вообще не слышно? Блин, вроде норм говорили. Гай, только, пожалуйста, он вука в любом случае добьет. Хорошо, хорошо, это вин? Ну вообще такие булдыги должны легко затерпеть, типа, ну, камон, там, смотри, по 20 хп у них. Там всего одна сильная карта, все. Терпеть, держать строй, держать строй. Блять, ты можешь сюда ударить, я тебя прошу, реально, нахуя ты максимально невыгодно играешь. Все, ладно, это вин. Хотя, может быть, ничья. Ну, блядь, ну можно было вин, пожалуйста. Ну, вот идеально, вот этому чуваку просто повезло, реально повезло. У него стол был слабей, он должен был проиграть, но он чудом, блядь, затерпел. Просто чудом. Я его лап делаю. Посмотри, Интерстер. Остров проклятых каких-то. А, проклятых. А чё, Ваук, я не могу его, ребят, купить. Не могу Ваука купить. Только на следующий ход я его фризанул. Да я заморозил льва, я не могу, маны нету. Чё, не видите, что, блядь, маны нету? Как тебе новая колда Battleground? Пойдешь играть когда-нибудь? Ну да, пойду. Когда-нибудь. Стримеры делятся, вот как выходит какая-нибудь игра, они делятся либо... блядь! Сейчас Мурику проиграем. Стримеры делятся на тех, кто... хейтит какую-то игру. Ну, обычно кому не запомнил. Бля, мы сейчас Мурику проиграем, рили, прикиньте. Пиздос. Реально же Мурик отпинал. Блядь, Мурик отпинал, пацаны. Ну ладно, хотя бы 33 не вынесет, блядь. Да реально жбурик отпинал. Да 22 хп. Чего, блядь? Я топ-1 хочу занять, меня жбурик отпинал 33 хп, блядь. Это вообще законно, нет?
пиздос. Реально пиздос какой-то. Че пишет, Энзотика продай? Бля, Энзотика жалко, он 4-4 на весь стол кидает. Здесь, конечно, 8-8. Пизда ему. Че, братан, блядь? На нахуй второго, блядь. Че, как ты, пострелял? Че там, нормально пострелял, да? Пизда, у него горит очко, я сейчас чувствую. Пиздос. Да жалко, Гидра не ударил, конечно. Но это вин. Это вин, жаль, мы его не выбили. Ой, сори. А, нет, выбили, подожди, десятка. Так, а последний играет у нас на смешных счетах. Я не помню, на чем он играет. Типа, мы с ним не встречались, я хз, на чем он играет. Как узнать? Смешные существа. Оставляем пыща или нет? Ваук пришел. Блять, я могу, кстати, ральнуть разочек, да? Еще одного псаря дали. Maybe можно было, конечно, эту карту купить. Наверное, все-таки лучше гидру бы взял. Ну, не гидру, а этого, блядь, гиену ебаную. Не, мы здесь и так узнали бы, ребят. Тут так уз. Не важно, чтобы я взял тут уз. Слишком много карт. Смотрите просто, как мне пробивать карту. Хотя, подожди, пизжу. По-моему, это вин. Не, это уз. Да, блядь, куда ты бьешь, ты долбоёб? Не, это уз в любом случае. Даже если бы я, наверное, гидру купил, это был бы уз. Вот оверстаты у чувака. Топ-2. Блин, ну как? Чё ничего не везёт так? Не понимаю. Реально был стак на топ-1. Реально был стак на топ-1.